Готовиться к открытию сезона здесь начали еще в марте. В парке отдыха «Центральный» вовсю идет расконсервация аттракционов, ремонт парковой мебели. Скоро установят второй бассейн. В ближайшие дни территорию обработают от клещей. И уже 1 мая парк будет готов ко встрече с маленькими посетителями. А родителям надо будет готовиться к тому, что развлечения могут стать дороже. Аттракционы парка сданы в аренду, и за стоимость услуг на аттракционы отвечает арендатор. И он заверил, что начнем сезон со старыми ценами на аттракционы, а дальше уже будет видно, как будет как раз развиваться вот эта ситуация. 1 мая откроется и парк «Солнечный ветер». Кстати, мероприятия на 1 июня здесь уже расписаны. В этом сезоне дети оценят новые аттракционы «Колокольчик» и «Пароходик». Уже известно, что билеты на аттракционы подорожают. Во-первых, идет инфляция, да? Изменяются цены, там, так нам все равно надо покупать всякие запчасти, комплектующие. То есть, опять же, просто материал те же самые, как вы говорите, ленты, туалетную бумагу, то есть, и так далее, да? Поэтому цены немножко подросли, где-то от 7 до 14%. Парк «Орликино» уже открыт для прогулок. Здесь пока держат в секрете, какими новыми развлечениями будут удивлять посетителей. Известно, что парки меняют интерьеры и озеленяют территорию. Экономическая и геополитическая обстановка по «Орликино», естественно, тоже ударила. Поэтому, например, из-за дефицита кассовой ленты здесь планируют перейти на электронные чеки. Слегка округлить цены на билеты здесь тоже придется. Все расходные материалы, как бы у нас расходы увеличились. Соответственно, в этом сезоне мы были вынуждены нашим работникам поднять зарплату, фонд заработной платы. Отразилось на нас ощутимо, так скажем. Повышать цены критично мы не будем, потому что покупательская способность сейчас нестабильна. Отметим, что все парки Барнаула откроются только после проверок надзорных органов. Все аттракционы, в том числе батуты, должны пройти регистрацию. Работать городские парки будут с 1 мая и до конца сентября. Впереди 5 месяцев катапульты, горок и сладкой ваты. Валентина Аскерова, Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.